Вспомните, когда-либо вы слышали в церкви проповедь о страхе? Было. Семинар. Был семинар недавно, да? Классно. А как насчет терпения? А как насчет боли? Знаете, когда я начал готовить урок, я тогда подумал, что я об утешении вообще в церкви никогда ничего не слышал. Может быть, отдельные части проповеди, но конкретно, чтобы вся проповедь была посвящена Богу в качестве утешителя, я буквально не слышал. Меня так вдохновило об этом думать. Больше того, было на сердце что-то такое, очень дух подсказывал мне это, прям толкал, потом у меня прям с Колей такой, целая неделя было общение, просто в каждом нашем разговоре мы часто использовали слово утешение, утешение. Это было здорово на самом деле. И вы знаете, на что я хочу обратить внимание с самого начала? Вот помните Нагорную проповедь? С чего она начинается? Она начинается, как мы это называем, в заповеди блаженства. Да? И вы помните, как звучит вторая из них? Ну давайте прочитаем. Да. Первое там звучит: блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. А вторая: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Знаете, я подумал о том, что если Иисус в своей самой практически ранней проповеди, которую Он вообще дает народу, начинает фактически с утешения, это второй пункт в его начале проповеди, я подумал, что Иисус что-то очень важное хотел этим сказать. Буквально в начало поставил это. И это было здорово просто подумать, а в чем, какой в этом смысл? Слово «утешение» в синодальном переводе чаще всего используется, то есть переводится этим словом слово из древнегреческого «параклисис». Что оно может обозначать по словарю? Призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, звать, настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду и моральную поддержку в час печали или скорби. Все эти смыслы могут быть как бы под этим словом использоваться. На что я обратил внимание? Вот когда стал изучать. Когда мы говорим об утешении, мы часто говорим, думаем о чем-то таком приятном. Ну правда же, да? Ну да, но когда я стал читать вот по словарю, что это на самом деле значит, я вдруг обратил внимание, что это не просто какое-то состояние, какое-то блаженное состояние чувства или ощущения. Каждый перевод, каждый вариант слова, каждый вариант перевода этого слова обозначает переход из одного состояния в другое. Даже само утешение – это какое-то действие. Это не блаженство, а утешение. Утешение как действие, как процесс какой-то. Переход от одного состояния в другое. Утешение. Это очень интересно на самом деле. То есть это утешение, о котором говорит Иисус, это не состояние какого-то блаженного чувства, хорошего, приятного, да? Иисус говорит о каком-то переходе, о развитии, о изменении, которое должно произойти и случиться в человеке. И блаженны те, которые плачут, потому что у них есть надежда, потому что они точно будут утешены. И это интересно. Интересно еще, что Иисус сказал про утешителя удивительным образом. Помните, кого Он назвал утешителем? Дух Святой. Дух Святой, точно. Давайте вспомним, что Он там-то сказал, когда обещал Святого Духа своим апостолам. Нам, Иоанна, 14 глава. Иоанна, 14 глава, стих с 26 по, с 16 по 18 сначала. 16 по 18. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. И не оставлю вас сиротами, приду к вам.
и с 26 по 27. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставлю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Это удивительная вещь, что Иисус с самого начала сказал про Святой Дух, который Он обещал Своим ученикам. Давайте вспомним, давайте вот следите за текстом, а я буду вам напоминать, что Он конкретно, какие качества Святого Духа Он сказал, который придет, которого Он пошлет. Утешитель, Он его так назвал, Дух Святой, утешитель. То есть Он по своей сути, по своему предназначению утешитель, Дух Святой. Все, кто мы получили в крещение Дух Святой, мы получили этого утешителя, мы верим в это. Утешитель по своему назначению, Он утешитель, Дух Святой, предназначению. Причем Он сказал, Он не просто утешитель, Он какой-то другой утешитель. Неудивительно ли? Кто первый тогда? Иисус сам. Сам Иисус, точно, хорошо. Так. Иисус был с ними, Он сказал, я уйду, но я пришлю вместо меня другого утешителя. Значит, Иисус был утешителем, и Дух Святой утешитель. Одна природа, одно отношение. Помните, как люди прям тянулись за Иисусом? Апостолы сказали, ну куда нам еще идти? У тебя есть глаголы жизни. Дух Святой, другой утешитель, ну куда нам идти? У него есть глаголы жизни. Понимаете, параллель? Очень вдохновляет меня лично. Что он еще сказал про Дух Святой? Научит. Дух истины. А помните свойства истины? Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Круто. Еще одна вещь. Прибудет вовек с вами. Прибудет вовек. Никогда не отлучится. Не уйдет, не исчезнет. Не потеряете. Он будет с вами вовек постоянно. Круто. Он преданный. Верный, неотлучный от нас. Что он еще говорит? Мир не может принять его, а верующие в Сына могут принять его. Интересное свойство у Духа Святого. Мирской человек, неверующий человек просто не в состоянии принять его. Он не в состоянии его понять, не в состоянии его ощутить. У него нет такого свойства, такой способности. Но верующий в Сына, Сына Божьего может принять его. Может принять его, получить его, понять его, познать его и жить в нем. У нас есть такая привилегия жить в Духе Святом. Те, кто верит в него. Еще он говорит, что он, этот Дух Святой будет не только с ними, но и в них, то есть в нас. То есть не где-то рядом, а буквально внутри нас Дух Святой. Утешитель будет. И есть, и пребывает прямо внутри нас. И это как Дух того, тот же самый Дух, Дух Христа, Утешитель. Еще он говорит, не останетесь сиротами. Не остаться сиротом. Если ты не сирота, то значит, что у тебя есть? Родители. Родители. По меньшей мере есть родители. И есть семья. Есть родители и семья. Значит, не останетесь сиротами, значит, будет у вас родитель. Кто? Бог Отец, очевидно. А кто, братья и сестры? Мы друг другу. Мы друг другу. Замечательно. Смотрите, Дух Святой, Утешитель, Дух Истины, Он также еще Дух Усыновления, который объединяет нас в единую Церковь. Что еще Он говорит про Дух Святой? Он придет от самого Бога. Сам Иисус пришел от Бога. И Дух Святой придет от Бога. Это не что-то придуманное людьми. Это не что-то изобретенное философами или еще что-то. Это буквально придет от Бога, как Иисус придет. Однажды Он придет, но Дух Святой пришел, и Он среди нас, и Он внутри нас. Он от Бога.
И что еще в нем? Он ходатайствует. Как Иисус ходатайствует, так и Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом. Есть еще два удивительных качества, которые сказал Иисус здесь. Он научит всему. Дух Святой научит всему, чему сам Иисус учит. И еще Он напомнит обо всем. Он научит и напомнит. Вот интересные качества у того Духа, который Он обещал нам и дал нам. Но что-то есть еще здесь интересное. Не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но посмотрите, Он говорит, вместе с этим Духом Он дает еще мир Его. Мир. Когда мы говорим о мире, не в смысле мирского, а о мире как в смысле успокоения, покоя. Что это для вас значит? Мир, ощущать мир, умиротворение. Радость. Радость. Комфорт. Комфорт. Спокойствие. Спокойствие. Написано, что это один из плодов Духа. Мир. Мир один из плодов Духа. Отлично. Но здесь интересно, добавляет к этому, к тому, что Он дает этот мир, Он говорит, да, не устрашится сердце ваше. Смелость. Интересно, да? Да. Я стал разбираться в этом слове «да» и понял, что удивительно, но синодальный перевод здесь немножко погрешает против греческого и еврейского языка. Оказывается, ни в том, ни в другом языке вот это «да» в начале предложения вообще не существует в том смысле, в котором у нас есть в русском. Когда мы говорим «да будет с тобой сила», ну как вот в «Звездных войнах», «да прибудет с тобой сила», как бы это как вот такое пожелание, как благословение. Пусть это будет с тобой, что с тобой это будет когда-то, обнадежь. Оказывается, ни в греческом, ни в древнееврейском языке такой словоформы в принципе не существует. И как бы здесь просто таким образом традиционно переводится артикль перед глаголом, который используется в этих языках, обозначающий фактически наше «а также» или «и», то есть неразрывная связь действия вместе с предыдущим, то, что было сказано. Или в другом смысле «для того, чтобы». Или, как бы, как сказать, дабы, дабы. То есть в этом смысле, эту фразу по поводу того, что Дух, да не смущается в сердце ваше, можно перевести даже так, в моем прочтении. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, дабы не смущалось сердце ваше. Чтобы не устрашились. Понимаете? Этот мир для того, чтобы наше сердце было успокоено. Тогда для меня стало более ясно вообще сам смысл. Раньше, что значит в будущем? Нет, сейчас Он дает этот мир, чтобы наше сердце было успокоено. И чтобы наше сердце не устрашалось. Чтобы оно ничего не боялось. Дух Утешитель, Дух Святой, Он приходит к нам вместе с этим миром, чтобы наше сердце оберегалось и ничего не боялось. Это удивительно. Утешение, о котором Бог говорил, что оно придет вместе со Святым Духом. Утешение и покой. Утешение и покой – это то, что Бог, то, что Иисус обещает тем, кто верит в Него. И Он обещал, и Он дал. И Он пришел, вы помните? И это в нас, это среди нас, это вместе с нами и внутри нас. И оно неотлучно, и оно усыновляет нас, и оно напоминает нам, и оно обучает нас. И оно все делает мирным, чтобы мы пребывали в этом, не устрашаясь, ничего не боясь, но в доверии Богу, жили жизнью благословленной Бога. Аминь. Но как это использовать? Для чего это? Есть в этом какой-то практический смысл? Давайте почитаем. Псалом 36, 4 стих. Тоже про утешение. Псалом 36, 4 стих. Вот что здесь написано про утешение.
Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Интересно. Что значит утешаться? Нет, я понимаю, когда тебя кто-то утешил. Или что-то тебя утешило. Я понимаю. Я был утешен там вот этим событием. Или ты меня утешил, или еще Бог меня утешил. Но здесь написано утешайся. Как бы сам. Сам. То есть как ты буквально утешайся сам. То есть тебе нужно приложить определенное усилие в том, чтобы ты достиг утешения в Господе или Господом. Утешайся. Знаете, я хочу дать вам сейчас небольшое такое упражнение, что ли, как маленький не эксперимент, но просто попробуйте сделать это, чтобы вы почувствовали, что это такое. Вспомните, вот сейчас, включите ваше воображение, вспомните случай в вашей жизни, когда вы были утешены. Не обязательно, что это будет от Бога, просто были утешены, любое утешение. Которую вы получили. У вас же было утешение какое-нибудь когда-нибудь? Кто из вас когда-нибудь ощущал утешение? Вот. Все когда-нибудь были утешены. Вот вспомните наиболее яркую историю. Вспомните про себя. Можете закрыть глаза, чтобы вспомнить, что это было. Какие были обстоятельства. Что тогда происходило? Что было в вашем сердце? Что вы чувствовали? Вспомните этот случай и подумайте, с чего все началось. Как вы попали в эту ситуацию? Что вы тогда делали? Богу благодарили. Какие были ваши ощущения в этот момент? Что произошло, когда утешение пришло к вам? Радость. Что тогда способствовало? То есть, что случилось, что помогло вам получить это утешение? Что вы, может быть, сами сделали? Или что-то случилось с вами, что-то произошло с вами? Что было таким движущей силой в том, чтобы утешение пришло в вашу жизнь в тот момент? Вот в этой истории, которую вы сейчас думаете. И теперь вспомните, как вы себя чувствовали, когда вы поняли, что утешение пришло к вам. Что тогда произошло? Что вы сделали в первую очередь? Помните? Помню. Кто смог вспомнить вашу историю? Отлично. Это было приятно? Да. Это было как? Это было приятно вспоминать о той ситуации? Как вы себя сейчас ощущаете? Лучше, чем начало? Да? Знаете, зачем мы это сейчас сделали? Для того, чтобы вы вспомнили свой опыт утешения. У вас есть этот опыт. Опыт утешения чем-то у каждого из нас есть какой-то. И он полезен, и он очень важен. Почему? Потому что утешение – это в Боге. Это от Бога, это дар Божий. Теперь у вас есть воспоминания о том, как вы получили утешение. У вас есть множество, возможно, историй, когда вы получили утешение. Не только это, о которой вы сейчас думали. Но у вас есть такое, чем больше было таких ситуаций, тем больше у вас есть опыта, чем вы были утешены. Как вы тогда ощущали себя? Что вы делали? Что с вами происходило? Что вы делали правильно тогда? А что вам не помогло, может быть? У вас есть этот опыт, и он ценен. Потому что он от Бога. Бог буквально давал вам возможность этому научиться, когда вы проходили через эти ситуации. Бог, наш Бог, Бог всякого утешения. Всякого. Любого, можно так сказать. Любое утешение, которое вы в жизни пережили, это от Бога. Если, конечно, пришли к благим плодам, очевидно. Давайте прочитаем еще один отрывок. 2 Коринфянам, 1 глава, стих 3. 2 Коринфянам.
Первая глава, да? Стих третий. Вот что здесь написано. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Вы раньше читали этот отрывок? Внимательно читали этот отрывок? Нет. Обратите внимание, здесь перечисляется. Отец милосердия и Бог утешения. Когда я готовился первый раз к этому уроку, я подумал, а почему именно так? Почему не сказано, что он Бог милосердия и Отец утешения? А сказано наоборот, что он Отец милосердия и Бог всякого утешения. У вас есть идеи, почему так? Как вы думаете? Иисус был милосердным. Бог был, Иисус был милосердным и? А Бог его отец, хорошо, хорошая идея. Наверное, скорее, как бы, качество характера, которое является плодом, оно приходит от Бога. А утешение это связано с действием, как вы говорите. Тут должен кто-то, кто должен утешаться. Поэтому Бог как действующее лицо утешитель, поэтому Бог утешение, а милосердие это тот плод, который у нас может еще идет. Хорошо, замечательно. У кого еще идеи? Дима? А у меня не ответ, у меня вопрос. Мне странно, почему вообще разделено как-то Отец, утешение и Бог. Почему нельзя было сказать Бог утешение? Почему Бог утешение и Бог милосердие? Да. Нет, написано Отец. Да. Да, почему вот именно разделили? Отец милосердия и Бог всякого утешения. Конечно, люди, читающие Библию, изучающие на уровне богословский, могут сказать, здесь просто поэтический образ. Но я не думаю, что это случайный поэтический образ. Я думаю, что это не случайно так сказано. Больше того, здесь точно не случайно сказано, не сказано, что здесь Господь милосердие и Господь утешение. Нет, вы знаете, Господь, это значит власть. Ну, Бог и власть. Но Бог утешение и Отец милосердия. Мне кажется, что если говорить про милосердие, то так как Бог Отец всякого милосердия, то милосердие произошло от Него, но оно может быть и у Его детей. И есть отрывок, где сказано, что вы, будучи злыми, можете деяния благие делать, то есть быть милосердными, по сути. То есть мы можем это унаследовать. А властвовать над утешением мы не можем. Мы можем только отчасти утешить, а Бог может полностью. Мне кажется, в этом смысл, что в полноте того утешения, которое есть у Бога. Да, может быть так. В том смысле, что как у нас нет власти над утешением, полной власти, да, но милосердие мы можем передать. Можно так сказать. Но знаете, что я подумал, что интересно, меня вдохновляет идея. Почему здесь так написано? Милосердие, оно проистекает от Бога. Это как какое-то составляющее наших отношений. А утешение – это составляющая его личной природы, его внутренней природы. Оно не зависит от наших отношений с ним. Он просто источник всякого утешения. По своей природе. Как свет источник, источником света является солнце, так источником утешения является Бог. Вне зависимости от того, что происходит в нашей жизни, солнце всегда светит, всегда греет нашу планету, вне зависимости от того, как там облака или еще что-то происходит, всегда есть свет. Также утешение от Бога происходит всегда, вне зависимости от того, что с нами происходит. Потому что это его природа, он источник. Или еще одна другая вещь, которую мне подумала, что все-таки у милосердия, у Бога есть определенные условия. Бог, в смысле, в Библии не раз сказано о том, что у Бога есть определенная чаша терпения. Но нигде не написано, что была чаша утешения. Утешение безгранично в Боге. А в милосердии есть условия. Может быть, поэтому здесь так и сказано. А еще сегодняшняя мысль, когда я повторял этот урок. Знаете, написано, милосердие превозносится над судом. Помните? А утешение покрывает
и то, и другое. Потому что это природа Бога. Милосердие превозносится над судом, а утешение покрывает и то, и другое. Где найти утешение? Как его найти? В чем? Где источник? Где наш ресурс утешения? Я был так удивлен, просто действительно был изумлен, когда стал разбирать, где слово утешение встречается в Библии чаще всего. В псалмах. Но знаете, где конкретно в псалмах это написано? Где оно чаще всего встречается? В 118-м псалме. Псалом, который воспевает Слово Божье. Любовь к нему. Там это слово «утешение» встречается чаще всего, чем где-либо в любой другой книге в Библии. Давайте прочитаем эти стихи из этого псалма. Я просто здесь на листочке выписал. «Уставами твоими утешаюсь» — это 16 стих. «Не забывая слово твое». 47. «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил». 49-50. «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». Утешение в бедствии моем, что слово оживляет меня. Помните глаголы жизни? Слово Бога. «Вспомнил суды твои, Господи, от века и утешался. Ожирело сердце их, как труп. Я же законом твоим утешаюсь», пишет Давид. «Да будет же милость твоя утешением моим по слову твоему к рабу твоему». Это молитва его. «Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое». «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Скорбь и горесть постигли меня. Заповеди твои, утешение мое». И последний. «Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой, утешение мое». Вот он ресурс. Слово Бога. Это утешение. Заповедь. Слово Бога. Глаголы жизни. Все, что в Библии. В этом утешение. Это ресурс нашего утешения. Как оно работает? Знаете, если вы вспомните ту историю снова, о которой мы сегодня говорили, как это работало на самом деле? Что произошло с вами? Я молчу. Нет, просто сам момент. Что произошло? Вот как пришло утешение? Радость. Было плохо, стало хорошо. Было плохо, стало хорошо. От чего стало хорошо? Сережа. Ты подумал, отрывок пришел в твои голову, как Дух Святой напомнил все, что тебе сказал, да? И какое-то новое понимание пришло в твою голову. Есть такое? Похоже на то, что с вами происходило? Вы задумались, у вас был какой-то кризис в вашей жизни, вы, возможно, плакали, но пришло новое понимание, и вдруг пришло утешение. Молитву еще надо. Знаете, недавно, относительно недавно, я посмотрел один ролик. Там рассказывается о том, как мамы встречают своих детей из школы. И ролик называется как «Что больше всего расстраивает маму?». Что там происходит? Это такая американоподобная такая школа. И дети, младшие классы, они возвращаются, и мама встречает их там. И вот одна мама стоит, и уже долго стоит, и мама ребенка все «нет, и нет, нет, и нет». И в конце концов ее любимый ребенок выходит, и он весь в грязи. Прям вот чумазый. Все руки, ноги, вся одежда. Он такой белый был, и вот все в грязи. И вот было видно, как мама меняется во взгляде. Она ждала, и потом вдруг. Кошмар. И она смотрит, что с тобой случилось? И это трагедия для мамы. Был в такой парадный костюм, и вот ребенок весь в грязи.
И в этот момент, когда все это происходит, включается экран. И показывает, что с ребенком происходит. Оказывается, ребенок после школы заметил, как один садовник, постарелый человек, у него упали горшки в грязь, а он их перевозил. И ребенок не смог пройти мимо. И он взял и стал помогать ему перенести эти горшки в нужное место. И, конечно, все, что это в грязи, он весь испачкался. Конечно, он не мог этого не сделать. И вот он помогал, это по собственной воле он помогал этому садовнику. И мама смотрит на это, все, что происходит с этим ребенком, и вот как-то меняется просто выражение лица. Только что она была расстроена, готова просто пришибить своего ребенка, и вдруг она растекается в блаженной улыбке, потому что ее сердце наполняется гордостью за своего ребенка. То, что она видит, ребенок сделал великое, буквально подвиг, и это благой подвиг. Чему меня научил этот ролик? В том, что для того, чтобы пришло в нашу жизнь утешение, важно посмотреть перспективу, важно посмотреть историю, важно посмотреть последствия, важно посмотреть широкую картину, увидеть широкую картину того, что происходило. Если ты смотришь просто на ситуацию, в которой ты находишься, это может тебя расстраивать, это буквально может тебя поставить в тупик, или ты можешь быть разъярен, расстроен, готов убить. Но когда ты видишь всю картину, когда ты видишь, как Бог действует, какие благие намерения у Него, какие последствия, какие мотивы у людей были, тогда в твоей жизни может прийти настоящее утешение, придет радость, придет успокоение, придет мир. Для того, чтобы утешение пришло в вашу жизнь, надо расширить картину того, что вы видите. Надо посмотреть на ситуацию шире, дальше, глазами Бога. Вот источники утешения. Где я закончил? Здесь. Особенно утешение нам важно вот в нашей жизни, в повседневной жизни, вот на самом деле. Вот. Иногда, конечно, мы думаем о том, что жизнь должна быть наполнена какими-то героическими поступками, как попасть в сложную ситуацию, выйти из сложной ситуации. На самом деле, мудрый человек какой-то сказал, говорит, проблема как? Мудрость не в том, чтобы найти выход из любой проблемной ситуации. Да? Мудрость в том, чтобы не попасть в проблемную ситуацию. Но на самом деле очень важно, чтобы мы практиковали и использовали то, чему мы научены от Бога. Если почитать тот же самый отрывок, который мы только что прочитали, 4 стих. Как практиковать? Да, 4 стих. Мы только что прочитали. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Знаете, что удивительно, Бог дает нам утешение не просто так, не для того, чтобы нам просто так было хорошо. Здесь написано, что Бог дает нам утешение для того, чтобы мы могли этим как-то воспользоваться. И не просто так, а для того, чтобы мы этим утешением утешали ближних своих, друг друга. У утешения есть предназначение от Бога. Чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которым мы сами утешились от Бога. Интересно. Помните ту историю, которую мы вспоминали, да? А попробуйте ее воспроизвести так, чтобы то утешение, которое вы получили тогда, смог бы получить кто-нибудь из ваших близких. Как это можно подстроить? Как это можно сделать? Чтобы другой человек тоже смог утешиться тем же самым, чем вы утешились. Может быть, надо помолиться вместе с ним. Может быть, надо ему открыть Библию, чтобы он узнал и понял то же самое, что вы узнали и поняли в Боге. Может быть, надо какое-то ласковое слово сказать. Может быть, подарок какой-то. Или, может быть, просто вместе с ним сесть, погревать, обнять. Мы можем поделиться этим утешением.
искушениям, которым мы сами научились. И так исполним волю Бога. Потому что Он дает нам утешение не просто ради нашего блаженства, для того, чтобы мы могли утешать друг друга тем утешением, которым Он нас утешает. Я верю, что нам в церкви очень важно вот эту практику начать и просто практиковать, сознательно практиковать. Сам утешился, утешь другого. Сам утешайся в Господе, утешай другого. Потому что в этом призвание наше. Дух Бога, Святой Дух, живущий в нас, это Дух утешения. Он утешитель. И мы можем этим Духом друг с другом делиться. Мы можем проявлять природу Бога для наших отношений, в наших отношениях. В церкви или в семье, или просто в нашей дружбе. Но мы можем наполнить наши отношения утешением, потому что Бог утешитель. И мы можем Ему подражать. Знаете, какой от этого будет результат? Как вы думаете? Любовь. Я сейчас покажу вам отрывок из Библии. И вы почитаете, вы убедитесь, что у этого может быть великолепный, удивительный результат для всех, для нас. Деяния. 9 глава. 9 глава Деяния. Я еще со временем у нас все хорошо. Да, все хорошо. Деяния 9 глава, с 27 по 31 стих. История. Варнава же, кстати, слово Варнава, помните, как он переводится? Сын утешения. Круто, да? А Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, ну, у кого его? Павла. Да. И сказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса Христа. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил же также и состязался с эллинами, то есть парами. А они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его, Павла, в Кесарию, и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Что меня здесь в этой истории удивляет? Ну, представляете, да, вот Павел, только что он обращен был, и он горячий, сильный, красноречивый, проповедник убежденный. И он проповедует везде, иудеям, язычникам, эллинам, везде, в храмах, по домам, по городам, везде. Он только что обращен. И результат? Его собираются убить. Его буквально захотели убить. Как? Когда апостолы узнали, что происходит, они сказали, так, подождите. Давайте его отошлем куда-нибудь. И они его отправили в Тарс, небольшой городок, Пауды. И вот когда они его отправили, написано, что и все церкви иудеи в мире и в утешении росли. Удивительно. Знаете, я хочу сказать вам интересную вещь. Когда мы сможем жить в мире и утешении друг с другом, когда мы сможем проявлять это утешение друг с другом, принося утешение в наши отношения, когда мы будем этим наполнены, когда наша церковь будет наполнена утешением и миром, тогда Бог будет растить нашу церковь. Он будет растить, потому что это Его природа. Это то, что Ему нравится. Мир и утешение. Это то, что по Его сердцу. Но только нам нужно научиться это проявлять друг в друга. Нам нужно это практиковать. Нам нужно начать и наполняться этим. Тогда Бог будет взращивать и церковь, и нас самим. Потому что Бог всякого утешения.
На чем я хотел здесь еще сфокусироваться. И дело, конечно же, не в росте. Да? Не в цифрах дело. Дело в качестве. Если, я пропустил этот момент, вспомните, вот самое начало истории, в бытии. Вот природа Бога. Вот Он создает человека, Адама. И Он сделал его. И Он решил, надо Адаму сделать самое лучшее. Он посадил там деревья, сад, да, развел. Деревья вкусные, на вид красивые. Просто идиллия, а не жизнь. И вот Он сделал самое лучшее для Адама. И Он смотрит, нехорошо человек. И что Он говорит? Давай сделаем ему помощника. В идеальных условиях, райских условиях, Бог увидел, что человеку нехорошо одному. И Он захотел его утешить. Он сострадал Адаму, хотя Адам был в раю фактически. И из сострадания Он захотел его утешить. Можно так сказать, это были первые отношения между человеком и Богом. До того Бог просто сам делал все для человека. Но когда Адам стал жить в раю, Бог увидел, что у него есть страдания. И Бог захотел его утешить. И Он дал ему еще одного человека. Жену, помощника в утешении. Бог так наполнен желанием утешать нас. Потому что Он так наполнен и знает, и видит, в чем Он может. Он сострадает нам. Он сострадатель. И всякий раз Он видит сострадание, Он видит наши страдания, Он желает наполнить нас утешением. То, что у Него это безгранично. Он видит даже недостаток жизни в раю. Поэтому Он способен и дает нам эту возможность. Желает утешить нас во всем. Бог всякого утешения. Это тот Бог, в которого мы верим. Он отдал свою собственную жизнь, Он отдал своего собственного Сына для того, чтобы Он, претерпев страдания, смог вернуться к Нему, и чтобы через это Он смог дать нам того же Духа утешения, который был в самом Христе. Он дает нам Святой Дух для того, чтобы мы утешались тем же утешением, которым Он утешает всякого человека здесь на земле. Бог всякого утешения. И вопрос не в численном росте. Вопрос не в том, чтобы мы укрепляли церковь. Вопрос в том, чтобы мы укреплялись в утешении в Господе, в Духе. Чтобы наше качество жизни процветало. Чтобы наше качество жизни прославляло Бога. Чтобы наше качество жизни расширяло наше понимание Бога самого, Его замысла. Чтобы мы, утешаясь в Господе, укреплялись сами в вере и находили благо от Бога. Давайте прочитаем под конец. Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава, стих 4 и 5. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Божье терпение и утешение даруют вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса. Братья и сестры, я хочу дать вам видение о том, что, чем мы можем наполнить наши отношения в церкви. Чтобы мы, утешаясь Господом, делились этим утешением друг с другом. Потому что все, что нам дает Бог через Слово Свое, дает нам в назидание и утешение. И это должно быть нашей природой, нашим характером, нашим качеством. Это должно наполнять нас. И должно наполнять наши отношения. Тогда, когда церковь станет наполнена утешением от Бога, Богу будет приятно жить здесь, потому что это Его природа. Мир и утешение. Мир и покой. Утешение – это то, чего нам всем не хватает. Мы должны этим наполниться
и этим делиться друг с другом. Аминь. Все, я вас очень люблю. Спасибо за поддержку.